Вот этот цвет очень яркий, а рядом я кладу сейчас спокойный цвет для того, чтобы газу было спокойно. Последний штрих, и серая многоэтажка превратилась в арт-объект. Входные двери стали похожи на гигантские картины. Яркие цвета и абстрактный рисунок непременно вызовут у жителей позитивные эмоции, уверен автор проекта Александр Лаптев. Чтобы у зрителей, то есть жителей этого дома, возникали свои ощущения. То есть не какая-то конкретные персонажи или какие-то, может быть, предметы, а именно абстрактно, чтобы они в зависимости от своего настроения уже представляли себе какие-то картины. На создание нового облика подъезда художнику потребовалось 2 дня и 40 литров краски, и еще помощь 3 человек. Яркие краски получились благодаря комбинации техник. Рисовали здесь не только баллончиками, но и обычными кисточками. Трудились по 16 часов в сутки. Это граффити в законе. Рисунок утверждали в ЖЭКе. Это, когда мы работали, мы знали 100%, что мы хотим изобразить, и какими цветами. До этого все утверждалось, и сейчас видите результат. Результатом жители дома в целом довольны. Впрочем, некоторые не поскупились и на критику. Говорят, дворовым художникам немного не хватило полета фантазии. Немножко бы такого, больше креатива бы внести, а так все очень здорово, в принципе. Более такое, знаете, более молодежное, чтобы было. А это, такой немножко детский рисунок, я бы сказал. А так пусть будет. Нравится. Я вот на дачу приехала, очень ярко, креативненько. Вообще мне больше всех у 4-го подъезда понравилось. Я же сама живу в 1-м. Вот, но мне очень понравилось. Веселенько так. Цветных подъездов в Реутове будет больше. Главное – желание жителей города. О них необходимо сообщить в свою управляющую компанию. Художники сделают индивидуальный эскиз и раскрасят подъезд в яркие цвета. Ксения Казакова, Артем Удников для РТВ.